Друзья, вы не задавались вопросом, почему ваши кошельки PayPal блокируются, как только вы получаете любого размера суммы перевода? Неважно, то ли это частный кошелек, то ли это будет для бизнеса. Я вам хочу сегодня рассказать, как вы можете избавиться от того, что вы использовали полноценно свой кошелек PayPal, долларовый или евро кошелек. Как разблокировать кошелек, если вы даже получили жирный платеж и вам получил блок, и есть даже такая информация, как снять ограничения и дальше вывести эти деньги и использовать полноценно кошелек. Добро пожаловать на канал PayPal-эксперт, с вами Владимир. Одно но все же есть, если все так хорошо, почему сейчас ты здесь? Пусть, если мы никак не сможем... Смотрите, друзья, компания PayPal сама в целом построена так, что она работает на алгоритмах. И она автоматически любой перевод, который там пишется с комментарием каким-то или без комментария, может отправить буквально сразу на проверку. Вам нужно будет прикреплять личную информацию, место прописки, банковскую выписку и просит, что всю систему попросит. Это не беда, я вам расскажу, как сделать так, чтобы вы смогли разблокировать ваш кошелек, либо же снять эти ограничения, либо же как правильно крепить информацию, что нужно для этого, либо же как в целом создать себе кошелек, чтобы вы могли нормально, полноценно работать, и прогреть обязательно его нужно, потому что даже компания заявляет то, что вы можете в сутки переводить до 60 тысяч долларов. Но это не так, пока вы не прогреете кошелек, вы не сможете его нормально использовать. Поэтому, что я вам рекомендую, чтобы владеть полной информацией, за консультацией и прочее, вы просто переходите в мой телеграм-канал, я полностью дам вам этот доступ. Тому, чтобы вы владели этой информацией и прочее, что бы это ни было, я помогу вам с этим разобраться. Чего ждем? Перешел, написал, получил информацию, все довольны. Дальше больше, скоро увидимся. Остальным моя любовь будет вечна. Я надеюсь и верю в то, что она будет встречна.